Здравствуйте, меня зовут Шнайдер Лилия, и я очень счастлива, я überglücklich, dass ich wieder da bin. И фрау Софи я знаю уже много-много лет, ой, наверное, 20 лет, да. Да, 20 лет, и мы очень часто приезжаем сюда, и с удовольствием меня прям тянет сюда. Прям вот, я даже не могу объяснить словами, как меня вот сюда тянет, и я очень благодарна Господу Богу, что Он меня... Сейчас я начну плакать. Привел в этот дом. Спасибо большое. Я же говорила, буду рюшка-корюшка. У меня было, но все прошло, слава Богу, были камни в желчном пузыре, была непроходимость. Непроходимость кишечники. Было очень сложно, очень больно, но благодаря Господу Богу, благодаря Софии, я все это выстояла, у меня все это прошло, и даже в больнице, когда мне сделали операцию, Дарфершлюс, и когда меня выписали в четверг домой, из четверга на пятницу мне снится сон. Приснились вы, фрау Софи. Приснились вы. Вы стояли сверху. Была ступенька. Я стояла внизу. А, нет. Я со ступеньки на попе вот так вот вниз съехала. А вы стояли наверху и говорите мне: вставай, поднимайся. Я говорю: я не могу. Вы опять так убедительно. Вставай и поднимайся. Я встала и пошла. И у меня все прошло. Я забыла, что у меня вот это вот было. У меня только единственное шрамы. А так абсолютно ничего не беспокоит. Спасибо большое.